клуб растет, развивается. Тяжело было подниматься на гору, а так вид нормальный, ну, красивый. Мне кажется, по местам силы такая интересная традиция. Не бывает без культуры спортивных результатов. Я считаю, что это работает, и это классно. Начало сезона, такая командная поездка, едет весь менеджмент клуба, вся команда. Будем подниматься на гору. Надеемся хорошо провести время. Прекрасное место, заповедник, место силы. Это будет песня такая, все выше и выше и выше, стремим в полет наших... Тем, чего? Рук, ног, рук. Мне нравится наше путешествие, как оно началось. Надеюсь, также оно будет замечательно завершено, позитивно, креативно и суперски. Как вам утро сегодняшнее? Честно? Честно. Рано. Слишком рано? Да. Обычно когда встаете? Ну, я могу встать часа в 3 дня, наверное, если нет тренировок. Кто будет пиццу? Можно камер больше, пожалуйста? Больше камер. Мам, ей мало камер, мам, правда. Познать себя, мы приехали больше провести время в кругу вот нашей семьи, потому что мы семья прежде всего, мы проводим очень много времени вместе. И задача нахождения здесь – это вообще понять, зачем нам все это, зачем нам этот сезон, зачем нам эта команда, почему я нахожусь здесь. Ведь каждый человек находится здесь, потому что он этого заслуживает. Мало кто хотел сюда ехать, когда изначально написали, что вот поедем на базу, там сплочение коллектива. А когда уже сюда приезжаешь на место, вот прям тишина, спокойствие, хорошо. Больше чем уверен, когда вернемся, все максимально довольны останутся. Потому что природа классная, и именно такой формат посидеть там около костра, в баньку сходить. Ну и то, что нас завтра ждет, еще пока не представляю, но уже в предвкушении. По горам я ползать люблю, особенно по скалам. Вот, поэтому будем кайфовать. Моя основная цель – это то, чтобы игроки получали удовольствие от своего нахождения в команде, и они в этой культуре ощущали себя нужными и ценными игроками. И тогда у нас все получится. А результат придет уже затем. Не только спортивный, а то, насколько ребята вырастут каждый над самим собой. Это не очень хорошая позиция, ты должен стать здесь, провоцировать данную смену, что если здесь смена пошла, то это sleep inside. Я приехал сюда 4 года назад, в Суперлига 2, и эту команду совершенно еще никто не знал, она только появилась в лиге. И за 4 года мы сделали очень большой шаг вперед от победы в чемпионате Суперлиги 2 и выхода в первую Суперлигу. Мне нравится наблюдать эту картину, что с каждым годом клуб растет, развивается. Я пришел сюда не просто поиграть в баскетбол, а с большими-большими амбициями, командами. У меня очень большие цели, потому что команда собралась очень сильная. Во главе с очень сильным тренером, который профессионал своего дела и который никогда не отступает. Завтрашнее наше мероприятие, оно очень сложное. Это все-таки физически сложно подняться в эту гору. Мы выходим там ночь, когда темно. Это преодоление себя, это взаимовыручка, взаимопомощь. И через эту работу, когда мы безусловно достигнем цели, у нас будет абсолютное состояние нирваны, где мы будем понимать, что дальше у нас путь только наверх.
Будет грязно, будет скользко. Пожалуйста, не стесняйтесь хвататься за все руками. Вперед! Уфа! Это конкретно символизм. Восхождение в гору – это преодоление себя, это достигнуть вершины. Ну, неудобно то, что темно и местами скользко, а так нормально вообще. Хорошее ощущение, возможно, я бы когда-нибудь даже осилил бы гору повыше, но мне очень нравится. Я счастлив, немножко было трудновато при подъеме, темно. По-моему, все классно. А что солнце не вылазит, уже так светло. Ощущение страха и восторга одновременно. Тут хочется молчать, смотреть, но если бы еще был дельтаплан, то впечатление так полетел. Замечательный вид. Это очень необычно и довольно-таки впечатляюще, на самом деле. Такого я еще не испытывал, чтобы команда на 2 дня уезжала в лес, в горы, на природу, без интернета, без всего. Только команда и тренера – это очень большой плюс, и такого раньше у меня не было. Вообще любые традиции – это важно, потому что команда так или иначе, игроки меняются, какой-то костяк остается, но когда есть традиции, и ты приходишь в команду с традициями, быстрее к ней привыкаешь, становишься ее частью, как семьей. Мы все поднялись на гору, и, в принципе, перед нами нет никаких ограничений. И мы готовы ставить перед собой амбициозные цели, добиваться их. Так и будет в новом сезоне. Мы хотим, чтобы вы приходили к нам и вместе помогали нам идти к вершине. Мы, наверное, стали более ближе, более сплоченными. Это в тяжелые моменты это поможет. Увидел невероятные виды. В России, наверное, это пока самые красивые места для меня были. Придало сил, немножко больше познакомило с Башкортостаном. Зарядило энергией на целый сезон. Тренер только еще устанавливает эту культуру, так как мы работаем не так долго. У него есть своя определенная философия, которую он с нами делится и которую он нам показывает, как нужно правильно делать какие-то вещи. Мы не просто варяги, приехавшие играть в Башкирию, а мы действительно проникаемся этим духом, и мы хотим, чтобы люди понимали, что мы очень родные, мы близки. Это очень важно для нас. Много предстоит работы еще, но, на мой взгляд, все получится. Я бы очень хотел увидеть эту команду в плей-офф в Суперлиге 1. Это как бы минимальные цели и задачи на сезон. Если вот у нас именно получится все вместе сплотиться и создать не то, чтобы индивидуально сильными игроками быть каждый сам по себе, а именно сделать команду, то действительно не то, что конкурентоспособные будем, у нас реально можем всем задницу нарвать.